Саксофон относится к разряду деревянно-духовых инструментов. Свой первый концерт для столь внимательной публики Макар Земцов начинает с теории. Краткий экскурс в историю музыкального инструмента совместил с рассказом о том, как на нем играть. После на суд зрителя представил классические произведения. Выбор репертуара – штука сложная, говорит юный артист, да и зрители особенные. Малыши долго сидеть на одном месте не могут, и каждое произведение сопровождают комментариями. Девочки, первая группа. Пока средние группы наслаждаются классикой, малыши готовятся обедать. В меню борщ, пюре с мясом и огурчики, хлеб и компот. На кухне жизнь кипит с самого утра. Режут, парят, варят. В общем, делают так, чтобы детсадовские гурманы съели все до последней ложки. В детский сад как на работу, а на работу как на праздник. С отличным настроением малышня проводит здесь свое время. По-настоящему трудовые будни начнутся позднее. Сейчас идет процесс адаптации, чтобы дети привыкли друг к другу, ведь это их первый настоящий коллектив. Пока у нас неделя адаптации. То есть на данный момент у нас, на сегодняшний день, у нас только игра. Игра, мы привыкаем к детскому саду, занятий нет. Есть детки, которые капризничают, но мы это все устраняем, они потихонечку привыкают, и им здесь становится хорошо. У средних и старших дошкольников занятия уже проводят. В этой группе, например, сегодня предложили детям помечтать и рассказать о том, чего бы им хотелось прямо сейчас. Вот так и никак иначе, и даже зима не смущает. Но пока одни дети мечтают о море, другие делятся впечатлениями о своих группах. Мне здесь нравится, потому что здесь очень интересно. И здесь кухня интереснее. Все здесь интереснее, чем в том садике. Рады и взрослые, воспитатели новому дружному коллективу, родители тому, что их мечты о новом саду осуществились. Наконец-то! Долго ждали, почти полгода, наверное, с сентября получается, когда откроют этот садик. И с понедельника мой ребенок пошла в этот сад. Очень довольна, все новое, новый воспитатель, новые игрушки, все чисто, красиво. Очень нравится. В новом детском саду новое все оборудование, мебель, образовательные программы. Уже проходят занятия по робототехнике. Дальше больше. Детям предложат дополнительные кружки, например, по английскому языку. Такое направление будем развивать и в этом здании. У нас есть уже отлаженный механизм взаимодействия с изобретариумом, есть готовые педагоги, музыкальный работник проводит занятия, инструктор по физо. Совсем скоро у нас начнет работать бассейн. За неделю, что прошла с момента открытия, новый детсад работает в полную силу. Почти 200 детей уже перевели на Мира 6А. Прошло и первое родительское собрание. Еще примерно 14 дней детям и педагогам дадут на раскачку. А дальше новые задачи и покорение всех вершин. Ксения Казакова, Александр Попов, телеканал Реутов.